Hey everybody, this is Christina and I'm here to help you boost your Russian. Today we'll be learning Russian with Putin. This is a new lesson from my series Learn Russian with TV and Movies. You'll learn to understand fast Russian speech and pick up lots of new Russian vocabulary. First, you'll watch the clip of Putin's New Year's speech with Russian subtitles. If he talks too fast for you, don't worry. After that, we'll look at each phrase individually. I'll read it to you in slow Russian a couple of times, and you'll see its English translation on the screen. Let's begin. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, встречи Нового года мы всегда готовимся заранее. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколение. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом! Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. 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 Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. 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 Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов, верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов, верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. Наши личные планы, мечты неотделимы от России. Наши личные планы, мечты неотделимы от России. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей. Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Всех, кто прошел через тяжелейшее испытание ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, встречи Нового года мы всегда готовимся заранее. Дорогие друзья, к встрече Нового года мы всегда готовимся заранее. Дорогие друзья, к встрече Нового года мы всегда готовимся заранее. Дорогие друзья, к встрече Нового года мы всегда готовимся заранее. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное. 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 помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. Помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. Помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. Помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Вместе с ними наряжаем елку. Достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколение. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселится в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселится в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселится в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. Друзья, Новый год уже у дверей. 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 Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом! 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 How did you like learning Russian with Putin? Now go and re-watch the interview again. By now you should be able to easily understand most of what Vladimir Putin says. You'll find timestamps in the description for easy navigation. If you liked my series Learn Russian with Movies, TV shows and interviews and want me to make more videos like this, let me know in the comments. Make sure you watch my other videos where I teach you Russian with movies. You can see them on the screen right now. Пока-пока!